Депутат Мособлдумы Александр Легков поздравил инвалидов-колясочников с наступающим Новым годом и вручил им комплект шаров для игры «Боча». Эта спортивная игра на точность бросков напоминает боулинг. Елена и Сергей состоят в клубе «Сергей», который объединяет около 40 инвалидов с травмой позвоночника и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Клуб «Сергей» активно осваивает новые виды спорта. 3 года назад была создана сборная по кёрлингу. Какие успехи! Едем на чемпионаты России в кубках. Еще сейчас такая есть программа «Дабл микс», то есть когда 2 человека участвуют в этом году. Мы первый раз в Екатеринбурге тоже свои силы попробовали в этой дисциплине. Вот. Команды все сильные, мастера международного класса даже есть. То есть, ну, все равно приобретаем навык, когда играем с ними. Александр Легков помогает людям с ограниченными возможностями здоровья заниматься спортом. Закупает им спортивное оборудование. Поддерживает открытые первенства и соревнования, которые проводит клуб «Сергей». Спорта всегда просьб много. И то, что сам спортсмен, понятно, что все спортивные просьбы, хочется помочь. И то, что люди приходят с какими-то там сложностями, которые в чем-то нуждаются, спортинвентарь, всегда идем по максимуму, чтобы сделать и помочь им. Среди колясочников комплект шаров для боча будет востребован. Представители клуба «Сергей» участвуют в различных соревнованиях. 3 года назад наша команда победила в международном турнире по боча. Полина Иноземцева, Михаил Кирсанов. Программа «События».